Месторождение. Ну ладно. На сегодняшний день месторождение находится в собственности у государства. Когда янцы поехали, они увидели, мы сейчас будем строить. А потом, как наш Гайо увидели, сказали, да ну их к чертовой мать. С вашим Гайоем будем заниматься. Ну, гоня дико, потому что... Вот у вас, да? Чтобы мне писать? Да, откуда я взял? Для них дико что? Такое богатство, никто, никто ничего не означает. Здесь надо какой-то участок вот выбирать, например, какой-то квадрат. Вам зачем 50 миллионов тонн? Вы там такие налоги будете платить. Вам надо... Where did you take?